Всем добрый день! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня с вами свяжем вот такой узор. Это односторонний узор. Так выглядит обратная сторона. Его можно использовать для отделки, также для вязания шапок, свитеров, кардиганов. Выглядит эффектно, вяжется очень легко. Для узора необходимо набрать количество петель кратное 5 и плюс 2 петли для симметрии. Первый ряд необходимо провязать весь ряд лицевыми петлями. Второй ряд, кромочную снимаем, провязываем 2 лицевые петли, далее 3 петли снимаем с левой спицы на правую, нить остается за работой. И повторяем 2 лицевые петли, 3 петли снимаем не провязывая, нить за работой. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда последние 2 петли провязали лицевыми. Третий ряд. Все петли провязываем лицевыми. Четвертый ряд вяжем аналогично второму. Провязываем 2 петли лицевыми и 3 петли снимаем не провязывая, рабочая нить за работой. И повторяем 2 лицевые петли, 3 петли снимаем не провязывая. 2 лицевые, 3 петли. Не провязываем. Пятый ряд. Вяжем все петли лицевыми. Шестой ряд. Провязываем все петли изнаночными. Вот так выглядит один раппорт нашего узора. Теперь повторяем все с первого ряда. Я провяжу еще и покажу вам, как будет смотреться на данном образце. Вот выглядит наш образец. Вяжется очень-очень просто и легко. Наш первый образец, второй образец. Если вам нравятся такие узоры, простые, мои видео, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!